проверить хоть чуть-чуть своей удачи. Вы смотрите специальный проект «Худеем вместе с группой Корни». Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее из тысячи. По словам, по глазам, по голосу. Ее образ на сердце высечен. А теперь ты ароматами. Фальшиво спел, что ты на меня смотришь? Ну, это не моя профессия. Корни прямо сейчас, и главные события у нас еще впереди, да, Юлия Геннадьевна? Напомним, что солисты этой популярной группы обратились к нам за помощью и попросили грамотно по всем правилам избавить их от лишних килограммов. Для этого мы отвели ребят в клинику лечебного питания Российской академии медицинских наук, где были проведены всевозможные исследования и даны первые рекомендации. Ребята обратились вовремя, и проблемы, эти небольшие, которые были найдены, они вполне разрешимы. Даже первые советы врачей уже принесли ощутимый результат. Кстати, я с прошлого визита похудел на 4 килограмма. Сейчас ребята пришли в эту клинику во второй раз, чтобы узнать результаты проведенных анализов и услышать пожелания врачей. А вот, кстати, я вам могу показать, что нам с Лешей сделали... вот уже конкретно диета, все нам расписали и поставили нас вот эти фотографии. Посмотрите, пожалуйста, наши фотографии. Здесь мы мировой рекорд остается за нами по бегу. Эту секретную информацию, содержащуюся в этих буклетах, прямо сейчас мы сделаем достоянием общественности с одной единственной целью – помочь вам начать правильную борьбу с лишними килограммами. Худейте с нами, худейте как мы, худейте лучше нас. Наша задача – научить, как правильно. Да? Наша задача – не посадить на низкокалорийный рацион, не на неправильную диету, а сделать так, чтобы организм сбрасывал вес без потери для своего здоровья. Да? То есть будет уходить именно жировая масса, именно объем. Вот то, что нам нужно. Конечно, рекомендации по питанию составлены с учетом индивидуальных особенностей. Но главные принципы и секреты одинаковы для всех. Диета воспринимается как зеленый салат и обезжиренный творог. В большинстве своем случаев. Такого там, могу сказать, нет. Первый секрет. Принципы правильного питания – это не диета в привычном понимании этого слова. Ведь мало кто знает, что само слово «диета» переводится с греческого как «образ жизни». Второй секрет – полностью исключаем жарку как способ приготовления пищи. По поводу жарки, это касается только приготовления продуктов с добавлением жира. Сама по себе жарка – это способ приготовления с участием жира. Если это будет запекание, если это будет там грилирование там, или там шашлыки, пожалуйста, ради бога, это все мы не исключаем. Тут написано вот «исключить жареное». Это, пожалуй, самая такая не очень приятная тут вот задача, да. И не хотелось бы исключать жареное, потому что я привык, вот я, ну, практически каждый день мы едим такое, да. И мясо там, и то, и все, да. Но... Я понимаю, может, там действительно там переизбыток там, масла, там, я не знаю чего. Но сейчас лето, можно есть шашлыки. Вот. Так что никаких проблем, я думаю, с этим тоже не будет. Если там будут какие-то продукты, без которых просто нельзя обойтись, мы включаем в рацион. Да? Там у Александра макароны есть в рационе, там, что он их любит, это мы включали. Там рыбу он не любит, это выключаем. То есть мы не будем давать... тот продукт, который человек не любит или не ест. Мы стараемся все-таки к его образу жизни подстроиться. Секрет номер три. Вода важнее, чем еда. В результате сжигания жира образуются продукты обмена веществ, которые надо выводить. Выводятся они потом. В день нужно выпивать не менее 2 литров природной воды, обогащенной полезными микроэлементами. Когда вы работаете на сцене, вы теряете не только жидкость, но и электролиты. И такая вода с электролитами, в частности с магнием, может... позволить вам сохранить электролитный баланс. А я очень люблю пить много воды, и поэтому это вот такая штука для меня обычная. А, конечно, архыз, конечно же. Доктора не будут контролировать каждый прием пищи наших звездных пациентов. Убедившись в состоянии здоровья, разработав систему питания, они отпускают ребят в свободный полет. Лучше лишний раз найти время и побеспокоить доктора,
и оградить себя от какой-то ошибки или погрешности, чем потом эту ошибку или погрешность исправлять. Итак, каждому из ребят, и Лёше, и Саше, даны целые буклеты рекомендаций, которые им предстоит освоить. Будем стараться по возможности соблюдать. И как они будут все это претворять в жизнь, мы и посмотрим в следующих сериях. Продолжение следует.